Предложенный цикл, распределяющий интенсивность отягощений по тренировкам, создан на основе статистических вычислений, в частности, так называемого нормального распределения или распределения Гаусса. Данное распределение с математической точностью позволяет выстроить линейный цикл, в котором интенсивность отягощений постепенно возрастает. За основу статистического распределения цикла приняты следующие исходные данные. Период 12 занятий. Количество занятий для одного упражнения 12. Диапазон интенсивности от 50% от доповторного максимума. Диапазон количества повторений от 1 до 12. Итак, согласно расчетам, в рамках 12 недель распределение интенсивности отягощений имеет следующий вид. Первая неделя. 55% количество повторений от 10 до 12. Вторая неделя 60% количество повторений от 9 до 7. Третья неделя 65% количество повторений от 9 до 7. Четвертая неделя 70% количество повторений от 9 до 7. Пятая неделя 72,5% количество повторений от 9 до 7. Шестая неделя 75% количество повторений от 6 до 4. Седьмая неделя 77,5% количество повторений от 6 до 4. Восьмая неделя 80% количество повторений от 6 до 4. Девятая неделя 80% количество повторений от 6 до 4. Десятая неделя 90% количество повторений 3. Одиннадцатая неделя 100% количество повторений 2. Двенадцатая неделя 110% количество повторений 1. Математическое ожидание данного цикла составляет плюс 10% килограмм к одноповторному максимуму за 12 недель. Точное число подходов и время отдыха между ними устанавливается самостоятельно в зависимости от индивидуальных особенностей тренирующихся. Однако, правила, касающиеся подходов, следующие. С 5 по 9 неделю количество подходов самое большое по сравнению с другими неделями. Количество подходов в 1 и 4 неделю больше, чем с 10 по 12 неделю. Для воплощения цикла в жизнь можно использовать любой сплит. Например, следующий. Понедельник. Жим лежа. Жим из-за головы. Среда. Приседание. Жим ногами. Пятница. Становая тяга, шраги. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!